Всех приветствую, продолжаю рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Энрик Сирайоке. Каталонский художник наиболее известен своими пейзажами в неоклассическом стиле. Родился 7 января 1858 года в Барселоне. Учился в Эскола де ла Льотия до 1874 года, среди прочих под руководством Доминика Таларна и Рамона Марти Альсины. Как и большинство его современников, предпочитал продолжить учебу в Риме при финансовой поддержке братьев Масриера. Был одним из последних последователей Марии Фортуни, членом Академии Киджи. После завершения учебы в 1878 году остался в Риме. На многих картинах, которые он создал там, были изображены озера. На него также оказало влияние работы Рамона Тускетса. Его мастерская стала популярным местом для посещения молодых художников. В качестве хобби он коллекционировал мебель и различный антиквариат, который использовал в качестве фона для своих картин. Регулярно отправлял свои работы в Барселону для выставки в Сала Парес. В 1895 году переехал в Париж, в том же году был награжден медалью третьей степени на Национальной выставке изобразительных искусств. Позже получил поручение от Папы Льва XIII создать мозаику с изображением Богородицы с младенцем для установления в монастыре Санта-Мария-дель-Риполь. Работу можно увидеть в Национальном музее искусств Каталонии и в библиотеке музея Виктора Балагера в Виланове и Ла Гельтру. Ну вот так вот вкратце из переводной Википедии о каталонском художнике, наиболее известном своими пейзажами в неоклассическом стиле, Энрик Сирайоке. Пока-пока, до свидания.